Ребятки, всем огромнейший привет. Мы прилетели в Турцию, в Анталию. Будем здесь пока неизвестно сколько. Это наш новый сезон. Кто не посмотрел предыдущие выпуски, обязательно посмотрите, как мы готовились, как мы сюда летели, презентацию нашего нового сезона. Наша задача сейчас получить багаж, купить симку, найти такси, покушать и заселиться. Соответственно, и рум-турчик вам тоже покажем. Блин, я очень надеюсь на вашу поддержку. Мы сюда летели просто с таким приключением. Обязательно зайдите и посмотрите данный выпуск. Все, сейчас смотрите, мы стоим в очереди, будем получать багаж. Так, мы сняли один чемодан. Вон вообще, конечно, его покромсали. Здесь нам нужна бумага вот этого вот багажа. Не трогай. Блин, а как определять-то? Да, Баранчук Анастасия. Да, это то есть наш багаж. Баранчук Анастасия, вот написано. Все, получили два багажа, два чемодана. Фух. Фух, в маске, конечно, сложно. Вон пацаны помогают. И вот про что я говорю, лучше, конечно, упаковать чемодан, потому что вон его весь расхерачили. Это, конечно, жестко. Пойдем. Вон Настенька кормит Мирона. Все, пойдемте. Вот еще одно приключение. Вон нам вырвали ручку. Полностью прям с корнем, посмотрите. Просто жесть. И хорошо, что мы его запаковали, потому что иначе была бы вообще, конечно, жопа. Слушайте, узнали за сим-карту, стоит 3000, вообще охренеть местно. Я думаю, что это такая тема просто в аэропорту, поэтому мне подошел чувак, предложил, короче, Wi-Fi подключиться, так как у нас нету интернета. И я хоть посмотрел адрес, почему-то я удалил фотку, я скринил, где адрес находится. В итоге сейчас отскринил, сейчас пойдем в такси выяснять. Ой-ой-ой. А, блин. Да, понятно, ладно. Окей. Ладно, бог с ним. Так, вы свои тогда берите сюда. Да, вот эту сейчас сниму. Да ничего. Так. Все, короче, мы утрамбовываемся. Вот такси $15 будет стоить. Сейчас главное взять с собой эту купюру. Фу, вообще просто, конечно, жесть, если честно. Ни хрена не понимают. Давай по-русски. Вот. Что-то красненько горело. Она горит. Двигайся еще раз. Не рано поставить. Двигайся еще. Вот там чуть-чуть. Блин, вообще я тебя наснимала. Ага, угу. Все. Окей. Фу, вроде погрузились. Так, $15 это... Фу, это меньше. Это меньше, чем $25. Прикиньте, крутая математика. Все, друзья, поехали в аэропортик. Вот это, вот адрес. Havalimanı caddesi, no 66, daire Murat Paşa. Вроде окей. Здесь, кстати, в Турции тонировка разрешена. Не то, что у нас в России запрет, а здесь прям классно, потому что очень жаркий город, и ездить растонированным, это, конечно, вообще не вредно. Вот так вот мы утрамбовались. Классно. Очень сильно устали, очень хочется пить, очень хочется есть. Короче, какие такие дела. Он написал Азан виз Airbnb. Азан виз Airbnb. Азан виз
Зеси. Азан, виз Айрон Бин Би. Сейчас. Сейчас, вот так вот. Можешь телефон попросить позвонить? Давайте я. Можно ли с вашего номера телефона позвонить ему и спросить точный адрес? Телефон номерinizden arayıp tam adresi rica edeyim. Okay. Просто общаемся, потому что вообще ничего не понятно. Вот я попросил водителя, чтобы он позвонил хозяину и объяснил, куда нам ехать. Потому что троим жестко, не знаю. Алло, салам алейким. Алло. Алло, дуйорум. Abi bir adet müşteri var yanımda da, yabancı Ruslar. Sizin telefonunu verdiler. Bir yere gel. Nerede şu an? Şu anda ben Güzelova'ya doğru geliyorum abi. Tamam. Ciğerci biliyorsun. Evet. Oradan cuma pazarına korktum. Evet. A101 var ya. Evet. Tamam, я абе. Ничего не понимаю, вот вообще даже приближённое. Я 3 штатка и ордаю. Почему-то русскому просто нет. Вот. Не знаю. Окей? Thank you. А, вот, вот, да. Ага. Отели. Да-да-да, вот по фотографиям, ага. Блин, у меня, короче, села камера, батарейка. Настюн, стой, на тебя вот так облокочу. Далее сейчас 100 баксов, сейчас рассчитываемся. И идем заселяться. Блин, как круто, вот нас человек встретил, везет нас чемодан, таксист нам сломал ручку, вот моя вся гвардия. Блин, такой с виду, сходу, прям сразу видно, что хороший райончик. Вот так вот у нас тут. Опа. Так, мы поднялись. Сейчас будем заходить. Так. Я за чемоданом, Настя. О, oh, very good. Ага. Шикарно. Wow. Настя, ну, смотри, что вообще красота. Смотри. Шезлонг. Ха. Ну, круто. Вау. Чиковская. Вау. Окей. Окей, окей. Ай, вообще красота. Ладно, разберемся. You can buy this market or there's a traffic lamp. Big traffic lamp. There's Okay. Mm-hmm. If you want to use here, put this light, not like. Слушайте, мы заселились. Это действительно по-настоящему крутой хозяин, потому что он так все рассказал. Вот как из лайфхаков, если что-то не понимаете, ну, можно типа Google переводчики там с русского на турецкий, с турецкого на русский. Блин, мы такие вымотанные. Он, короче, доставал каждую мелочь нам. И показывал, что и как вот это при нас он все собрал для Амирона, чтобы сразу можно было играть. Я его спросил про балконы, он сказал, что это очень безопасное место. Вот. У нас вот такие балконы, друзья, вот такой вот вид, здесь живут, видимо, тоже люди прикольные, значит, будем, возможно, общаться. Он объяснил, какой оператор и где купить сим-карту местную, сказал, что туда нужно идти, обязательно с вами сходим, найдем сим-карту. Сказал, что завтра будет рынок, у нас здесь вот торговый центр, и вон там вот куда-то идти море. Естественно, сходим, все это дело посмотрим, у нас балкон лоджи, давайте сразу рум-тур, да? Комната, друзья, вот так вот у нас выглядит. Стоит телевизор, все, шкаф. Диван большой, здесь мы будем спать с пацанами. Мирону сделали кровати, он же шезлонг. Шезлонг, господи, манеж. Есть чековский стульчик, есть вот просто кресло посидеть, потупить.
Так, дальше, значит, здесь есть кухня. Я причем думал, что кухня, она находится вот тут, судя по фотографиям. Я думал, что это 1 плюс 1 квартира. Оказывается, нет, это прям полноценная двушка. Кухня, шкафы, чайник, раковина, вода, там холодильник, газовая плитка и еще раз выход на балкон, собственно, да, где мы с вами и стояли. Стол, 4 стула, как бы под, как раз под нашу семью, шкаф, прихожка. Вот так вот, все светленькое и аккуратненькое. Значит, есть стиральная машина, бойлер, вот такая вот красивая. Сейчас мама даст. Значит, да, да, я смотрю. Значит, вот такая вот у нас ванная комната, да, унитаз, все есть, ёршик, красивая раковина, красивый душ, но не будем здесь зацикливаться. Дальше комната Настина, еще один выход на балкон, фонарики. Все красиво, кондей стоит в каждой комнате, доска, пылесос, гладилка, все, друзья, тоже есть. Вот так. Так, ребята, сейчас нам надо приступить, значит, к распаковке чемоданов. Начнем с желтого. Я уже показывал, что нам этот чемодан вырвал таксист. Но я на него не обижаюсь, потому что он нам помог доехать. Он с своего номера звонил своему этому хозяину этой квартиры, решал с ним этот вопрос, вот подвез. Ну, короче, без обид, как говорится. Когда мы упаковывали, нам, значит, в аэропорту дали вот такой вот ножичек. То есть, как им пользоваться, в принципе, я думаю, что все просто. Мы вот так вот подсовываем. А, ну вот, да. Ага, как говорится, царапаем дальше чемодан. Вот. Ну, короче, так себе, так сказать, немножко потрепали, конечно, вот видите. Ну, ладно, это все-таки мелочи. Опа, сейчас один чемодан пока что поставим сюда. Фух. Да, друзья, вот так вот. Оп, 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 оп. Ой, а, не той стороной перевернул. Сейчас перевернуть надо. Так, и, конечно, сразу же подключаем все устройства к Wi-Fi. Это тоже важно. Дети тоже попросили с дороги немножко планшет. Естественно. Естественно, я говорю, можно, пацаны. Так, так и так. Бяум. Фух. Все, Тём, подключилось, сынок. Играйте. Так, а мы с Васенькой пошли, короче, это, чаи гонять. Немножко посидим, отдохнем. Че, где покупать, как покупать? Так, ребята, открываю, значит, я второй чемодан. Здесь я задавал многим вопросом, как провести с собой порошок. В общем, мы его вот так вот запаковали. Для нас не проверяли. А, ну, порошок для стирки, да. В общем, просто это маленькому покупаем, специальный такой порошок. Я его собака неоднократно его... да, собака нюхала и так далее, досматривали. Единственное, что сказали из ручной глади убрать градусник в багаж. Я все это показывал, смотрите выпуски. Ну и все такое, типа там шампунька наша и так далее и тому подобное. Все есть. Опять-таки, хозяева как бы подготовились. У них он есть кондиционеры, порошок. У них есть все шампуни, вон, на любой вкус, видите? Здесь все есть, здесь у них есть всякие даже детские штуковины, для женщин что-то есть. Короче, все классно, даже вам бумага кайфовая. И мыло, мыло, да, но если мы привыкли читать по-русски, что здесь написано, здесь, видите, все по-турецки. Да, короче, вот так вот. Вот наш дом, и у нас вот тут вот сразу, смотрите, есть этот большой... магазин Migros, это тот же, короче, как его, типа Ашан, вот. Ой, Ашан, господи, Магнит, Пятерка, что-то типа того. Вот, поэтому сейчас сюда сходим, но позже потом покажу по ценам, как здесь. Так, смотрите, беру, значит, этот чай, стоит 13 лир. Так, если я вот это понимаю, что это кефир, а вот это, что это, айран, айран, вот это все, а вот это, походу, типа только молоко. Блин, ни хрена не по-русски, я вообще ничего не понимаю. Так, я возьму, короче, вот такое молоко. Я надеюсь, что это молоко, но судя по корове, я не знаю, стоит, короче, то ли столько, то ли столько. Короче, взял сейчас на перекус вот такие булки. Вот, цена, ну, сами видите, хрен знает, что какая, сколько стоит. Так, я беру вот такую воду, стоит она 5-70 лир. Так, быстрее пить воду, пить чай, немножко подкрепиться, зарядиться. Короче, у меня вышло все это, я спросил на кассе, так, ну, на ломаном, короче. Типа, доллары можно, он говорит, ну, типа, можно, смотри, какие купюры. Я ему показал все, что у меня есть, он говорит, а, вот, типа, окей. Сказал $6, то есть $6. Я ему дал 10, и он мне сдал сдачу в лирах. Ну, и, типа, говорит, это,
в тебе, типа, в местной Turkish, типа, короче, турецкой валюте. Я говорю, да, окей. Вот, он мне дал, сейчас я покажу, как они выглядят. Так, вот, короче, по чеку. Вот так вот что-то вышло. Вот это что-то непонятно, это что-то не пойму. Короче, я ничего не понял. Да, в стеклянный. Я надеюсь, это молоко. Там какие-то айраны. И, в общем, смотрите, он мне дал вот такие вот штуковины. Сколько здесь лир? 40, 45 лир. Дал он мне еще вот такие штуки. Смотрите. Вообще просто. Это что? Это вообще... Это что вообще такое? Блин. Короче. Ну, прикольно. Вот. Вот так вот я пошел со сдачи. Вот вечером вышли вот. Стандартная Пурина. Это магазин для животных. Стандартная Пурина. Мы хотим найти... А вот что там, может, кафе какое-то или что это? Или ресторан? Так, мы, короче, зашли в кафе, прямо здесь, на улице, и очень круто, что, посмотрите, мы заказали, вот, даже Артем говорит, ого, мы заказали, друзья, 4 супа и 2 люля-кебаба, посмотрите, сколько всего дополнительно еще принесли. Так, такие нам порции принесли очень быстро, вообще охренеть, я не знаю, сколько выйдет, ладно, я потом вам скажу. Но Настенька классно сказала, вот, шикарный вкус, как доктор прописал. Все, будем кушать. Настенька от жадности, давай еще мясо закажем. Ну давай. Куда? Куда еще? Посмотрите, какая подача люля-кебаб. Блин, в том же Сочи, да, вообще, не важно где, в России, вам просто принесут эти две колбасы, и все. И вот это надо заказывать дополнительно. А здесь, гляньте, какое блюдо. Нам еще принесли чай. Вам просто сказал, нет, вы должны попробовать чай. И у нас вышло все это дело на 183 лиры. Ну, пишите, дорого-недорого. Ну, ребятки, я с вами, мы с вами прощаемся. Блин, поели просто от души нереально. 100 лет так не ели, да? Нет, сегодня тоже так не ели. Целый день не ели. Следующие голодали. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами завтра в новом видосике. Дайте, пожалуйста, поддержки. Она нам очень сильно необходима. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, друзья. Все. За ваше здоровье. Турецкий чай. Пока. Молодец, доел.